сильно выпрыгнули с прыжка, ударились, у нас защемило позвонки, и мы вообще не могли ни дышать, ни ехать, и так докатились очень до финиша, можно сказать. Но так еще с позвонками не прошло. Стараемся не прыгать. То есть так болит реально? Да, да. Есть компрессионный удар позвоночника, потому что ну, прыгать мы до сих пор не можем, чтобы машина прыгала так ну, довольно больно и даже где-то нехорошее ощущение после прыжков. Ну, мы стараемся ничего не прыгать, ехать только ну, то, что ровно. Скажи мне, это такое самообладание, потому что вы где-то проигрываете своему основному сопернику, вот ну, секундочки очень маленькие, не хочется вот добавить? Или до такой степени больно, или до такой степени вы держите себя в руках? Не, ну, ну когда едем, мы можем ехать, а когда прыгаем, то там последний прыжок показал, что прыгать нельзя. И мы все-таки не прыгаем, потому что еще целый день гонки, надо еще сохранить здоровье до конца.